Дай лапу. Разведка, Миша. Давай, ай, молодец. Видела, что Мишин хозяин был в очках. Она украла мои очки и вот здесь вот на дужке. По-доброму? Или же разговаривать грубо и так далее. Постепенно расслабиться. Вот, молодец. Молодец, да. Кому-то может показаться, что это фигня. Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family. И тот, кто смотрит наш канал, давно знает, что у меня очень много питомцев, не только собак и кошек, но и других животных. Если ты еще не в курсе, то подписывайся на наш канал, потому что у нас тут весело и интересно всегда. И вы знаете, что многие питомцы к нам попадают не специально нарочно, мы их там покупаем и планируем это, а просто случайно по каким-то жизненным ситуациям, наверное, благодаря вселенной или не знаю чему, как, например, ослик Моисей, которого мы спасли, когда нам сказали добрые люди, что он живет в ужасных условиях в коровнике недалеко от нас. А также, например, попугай Кеша. Я про него до сих пор не сняла еще видео. Я открыла свой ЛС и буквально, не знаю каким образом, открыла сообщение девочки, которая написала про Кешу, про попугая кокоду, который живет и очень хочет переехать к нам, потому что их не очень устраивают условия, в которых он живет. И точно так же к нам попала не случайно, по воле вселенной, собака Миша. Ей уже больше 2 с лишним лет, и у нас она живет уже 1,5 года. И многие подписчики просят рассказать о том, как же Миша поживает, потому что все помнят, в каком состоянии она к нам попала. Мы ехали в ветеринарную клинику делать прививки, и случайно там оказались люди, которые хотели сдать Мишу на усыпление, потому что они переезжали, и им она оказалась уже больше не нужна. И я решила ее забрать себе, и вот Мишка уже с нами проживает 1,5 года. Первое, что я бы хотела сказать, это о собачьей памяти. Считается вообще, что у собак память очень короткая, и если они, у них произошел какой-то стресс, и после стресса, у них потом все было долго хорошо, то собаки этот стресс забывают. Но также есть такая теория, что если собака родилась уже в плохих условиях и долго в них жила, в стрессовых условиях для собаки, точно так же, если она испытала очень сильный стресс в своей жизни от чего-то, то она может очень долго отходить. И некоторые люди, которые спасали животных из самых жутких условий, из разных жизненных тяжелых ситуаций, очень долго, годами могут бороться с тем... Годами могут бороться за контакт с собакой, за налаживание с ней нормальных отношений, за адекватное ее поведение и психическое состояние. Миша, когда попала к нам, не знала вообще ничего. Вот реально ничего. Это собака, которая не знала, что такое игрушки, что такое общение, что такое ласка и даже что такое лежанка. Я уж не говорю про какие-то обыденные жизненные вещи, такие как поводок или туалет. У нас очень остро стояла проблема научить Мишу ходить на пеленку, потому что она была уже достаточно взрослая. Взрослую собаку приучить к чему-то, если она не приучена к детству, довольно тяжело. И поэтому мы долго боролись с тем, чтобы научить Мишу писать и какать на пеленку. И я даже снимала видео об этом, как я применила один из популярных способов приучения собаки к пеленке, если она вообще никак на нее не ходит. Также по первой реакции Миши на улицу я поняла, что она абсолютно не понимает, что это такое, как будто она никогда не бывала на улице. Вам, возможно, этого не видно, но в первую очередь, когда я осматривала Мишу, я обратила внимание на ее лапки. У нее были такие плоские подушечки на лапках, и лапки так вот именно расплющивались, что это меня заинтересовало, почему у нее такие странные лапы. Я привыкла видеть у собак более объемные лапы и более надутые подушечки, и на подушечках есть как бы, ну, какие-то признаки того, что собака ходит по улице или хотя бы дома. Но люди, которые очень хорошо разбираются в собаках, объяснили ее расплющенность, вот такую вот лапки очень сильную, и отсутствие на тот момент на подушечках каких-либо мозолей или еще чего-то, то есть они были вообще такие прям как новенькие, и лапы были именно расплющены тем, что собака не двигалась, то есть она все время сидела на полу, и лапа постепенно под ее весом вот так вот расправлялась. Казалось бы, что можно сказать по подушечкам и по лапкам собаки, ну и что, что они такие расплющенные, ну вот такой вот факт, оказывается, можно узнать. Миша боялась контакта совместного глаз и контакта своих глаз с камерой, то есть она постоянно отворачивалась. У собак вообще на своем языке это означает некоторое примирение, что, мол, я не желаю вам зла, и она начинает отворачиваться то влево, то вправо, она и сейчас это делает очень часто, но гораздо реже, то есть она уже может смотреть и в камеру напрямую, и в глаза мне. Кстати, кроме всех остальных рубрик, существующих на канале, я хочу также открыть рубрику о языке животных, об их поведении, и рубрику о разных питомцах в разных странах мира. Если вам тоже интересно
это, ставьте лайк этому видео, и я пойму, что вы согласны со мной. Кроме того, что Миша абсолютно не знала, что такое улица, и практически не двигалась, она не знала и что такое поводок, и поэтому к поводку мне ее пришлось приучать тем самым способом, который я рассказывала в том видео. А также мне пришлось приучать ее к одежде. Многие против одежды для собак, но в случае с чихуашками им нельзя гулять зимой без одежды, потому что они очень быстро замерзают. А нам нужно было гулять как можно больше, чтобы Миша привыкала к улице, и поэтому мне пришлось приучать еще ее и к одежде. И, конечно, я уже молчу про стрижку когтей, мытье, чистку зубов. Ко всему этому тоже пришлось приучать Мишу самостоятельно и достаточно долго. То есть, по сути, развитие Миши было очень на низком уровне. Она ничего не знала, она ничего не видела в своей жизни и ни к чему не была приучена. Такое ощущение, что она просто была заперта в какой-то одной комнате и все время там сидела и ничего не видела и ничего не умела. У нее не было ни игрушек, ни лежанки, ничего, потому что что такое лежанка, Миша тоже не знала. На тот момент, когда Миша оказалась у нас, мои собаки все сидели на натуральной еде. И я пыталась научить Мишу кушать натуральную еду, потому что она не знала, что это такое. Она не знала это настолько, что она даже не хотела попробовать. И когда ей предлагалось какое-нибудь лакомство, вкусняшка, сыр, от которого вряд ли откажется какая-то собака, она не хотела ее брать. Миша питалась только очень-очень самым дешевым кормом. Можно было кормить ее только им. Если ты хочешь заставить ее есть, нужно купить какой-нибудь самый плохой корм. Только его она ела. Но в итоге со временем мы нашли корм Платинум, которым сейчас я всех собак своих кормлю. И Миша, на удивление, стала есть его просто как потерпевшая. Я думаю, еще это связано не только с самим кормом, что он хороший и вкусный, но и с тем, что она все-таки начала осваиваться наконец-то. Очень любит этот корм, и любит она его настолько, что я использую его еще и в дрессировке. То есть, кроме контакта, у меня нашелся еще один способ уговорить Мишу попробовать что-то сделать и не бояться. Да, Мишаня? Да, это твой любимый корм, ты его так любишь. Она не развита, и, к сожалению, к ее возрасту 2 с лишним лет она ничего не знала, не умела, и поэтому ее мозг совсем не такой, как у собаки, которая развивалась с самого детства. Лежать. Вот надо делать. Несмотря на свое развитие, все равно за этот корм Миша готова сделать очень многое. Сидеть, Мишаня? Молодец. Нет, лапу не надо давать, сидеть. Молодец, сидеть. Дай лапу. Молодец, дай лапу. Молодец. Лежать. Разведка, Миша, давай. Вот, молодец, Миша. Давай, давай. Ай, молодец. Молодец, Минишка. Молодец. То есть, если быть очень-очень краткой, Миша не умела и не хотела ничего. Уж тем более она никогда ничего не брала с рук и не лизалась. Она не знала, что такое ласка, она не умела подходить и просить ласки, как это делают все мои собаки, да. А сейчас Миша сама может подбежать и попросить, чтобы ее погладили. Миш, иди сюда. Да, Миша умеет подходить и тем более умеет просить ласки, как и все. И тоже хочет, да, поцеловать и полизать. И Мишку любят все собаки. Когда она только к нам попала, ее явно били. Мы это с вами обсуждали по седине на ее голове, что у некоторых собак возникает седина не от старости, а, например, от ушибов или ударов. Миша очень боялась резких движений рук. То есть, если вот ты вот так резко делаешь, замахиваешься, она могла убегать даже. То есть сейчас она гораздо проще к ним относится, она все равно немного побаивается. Благодаря ежедневным прогулкам, зимой и летом, приучению ко всем разным процедурам, приучению к одежде, к помывке, к другим собакам, к социализации, к знакомству Миши с другими людьми, и собаками, и животными. Благодаря тому, что мы каждый день занимаемся дрессировкой, и пусть у нас даже ничего еще практически не получается, но уже сейчас у нас есть большие результаты. Она уже может на улице вести себя более адекватно. Конечно же, она уже ходит на поводке, ходит в ошейнике, и ее уже это не беспокоит. Более того, она учится преодолевать какие-то препятствия, пытается это делать, и самое главное, она реально хочет это делать. То есть, если раньше она вообще ни к чему не стремилась, у нее не было никакого интереса к жизни, то сейчас Миша абсолютно другая, пусть она и не такая, как все мои собаки, развитая и активная. Миша не понимает игрушки, и заставить ее играть очень-очень трудно, крайне трудно. Эйвен любит мячики, Сави пищалки, Юми в принципе любит играть, потому что она еще совсем маленькая.
А вот Миша, она этого не понимает. Когда мы забирали Мишу, я видела, что Мишин хозяин был в очках. Ну, конечно же, я не обратила на это внимания, но просто запомнила. Но вспомнила я это потом. Миша не знает, что такое игрушки, но Миша прекрасно знает, что такое играть твердыми вытянутыми предметами и чаще всего металлическими. Так как никто из наших собак ничего не грызет, мои вещи часто лежат в свободном доступе. И вот в какой-то момент Миша просто украла мою вот такую вот заколку и погрызла ее. А потом она украла мои очки и вот здесь вот на дужке их тоже погрызла. Вот тогда я вспомнила о хозяине в очках. Поэтому для обучения Миши играть я использую твердые вытянутые игрушки. Но даже на них Миша обращает внимание гораздо меньше. Вот я говорю, она обратила внимание, чем на такие предметы, которые она привыкла грызть. То есть Миша как будто бы не знает, что такое играть. Максимум, что она может делать с игрушкой, которую я ей выдаю, это обгрызть просто ее. Но вот, например, вот в такого вот инвалидика Миша превратила вот эту вот игрушку-курочку. Видимо, на Мишу так часто кричали, что она не различает негативный тон от позитивного тона. То есть если с ней разговаривать по-доброму или же разговаривать грубо и так далее, то многие собаки, все собаки мои, например, они сразу понимают, если я говорю таким низким голосом, то они, например, могут уйти, они понимают, что что-то не так. А если я говорю таким голосом, то давай, все хорошо, то собаки понимают, что это положительное, это что-то хорошее. Миша же не различает, ну, вот этих вот голосовых моментов и до сих пор сейчас не различает. Поэтому, когда ты ее хвалишь, она не совсем понимает, что это похвала. Точно так же, когда ты говоришь с ней грубо, она не понимает, что это что-то плохое и не различает этого. Ну и, в принципе, я стараюсь не применять такие вещи в воспитании собак, но это тоже был очень интересный момент. Когда собака вам доверяет и не боится, она не напрягается, не выдергивается, если вы ее берете вот так вот. И мы постоянно с Мишей это тренируем. Раньше вообще невозможно было ее взять, она сразу переворачивалась, вырывалась, а сейчас она уже, даже если подольше подержать, начинает расслабляться, что говорит о том, что она мне доверяет, что я ее не уроню и не причиню ей боль. И это доверие нам тоже нужно постоянно наращивать. Да, Миша? Постепенно мы расслабимся. Вот, молодец! Молодец, да! Кому-то может показаться, что это фигня, что тут такого, это мелочи, но это скажет только тот человек, который никогда в жизни не пытался работать с собакой и воспитывать собаку, которая выросла в жутких условиях, жила в стрессе и ничего не знает об этом мире. И самое, наверное, обидное – это предательство ее близких, которые 2 с лишним года, даже пусть и в ужасных условиях, все-таки были ее хозяевами. Ну, а скоро новые ролики и увидимся на канале. Подписывайся. Пока!